Всем привет! Кто еще меня не знает, меня зовут Алена, и вы на моем канале о творчестве. В основном я делаю цветы из бумаги, из фоамирана меньше, и всякие разные другие декоративные штучки. Знаете, в этом году мне очень хочется сделать побольше изделий из дерева, и, конечно же, я начинаю экспериментировать. На этот раз я решила сделать панно из деревянных дощечек. И второй раз я решила попробовать работать в технике броширования. Броширование древесины. И знаете, мне это очень интересно. Единственное, очень многому еще приходится учиться. Но я же не останавливаюсь и буду пробовать. Сегодня же я покажу вам, как сделать панно. Панно из дощечек в морском стиле. Будем применять ракушки. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Вот такие дощечки я нашла, мне они показались нормального подходящего размера, но одна дощечка немного выгнулась от дождя и с обратной стороны была не очень красивая. Знаете, долго крутила, вертела и ходила кругом возле этих дощечек, одна мне нравится, вторая нет, и по итогу, так как со мной рядом был папа, он, конечно же, нашел подходящую дощечку и выпилил мне еще две заготовки, а эту сказал спалить, потому что она слишком страшная. Если со мной рядом есть папа или муж, то, конечно же, мне самостоятельно сделать ничего не дадут. Они будут это пилить, подготавливать, а уже декор остается за мной. Самое главное в этот момент говорить то, что я хочу, как мне нужно. И знаете, надо мной часто смеются, потому что то, что делаю я, не совсем вписывается в то, что как надо это делать. Я свои дощечки переворачивала раз 5, наверное, думаю, какой стороной мне их лучше закрепить. Кстати, свои размеры я все пропишу на экране, и вы сможете их посмотреть. Также продублирую и в описании к этому видео. Я разложила 3 небольших дощечки, и с обратной стороны нам нужно их чем-то закрепить. Для начала я думала, что сделаю их из каких-нибудь металлических штучек, но папа сказал, что лучше ее сделать деревянную. Так как подходящей толщины ничего не нашлось, у нас была заготовка просто совершенно другого дерева, не помню, как она называется, но, короче, из этой штуки выпилили 2 длинных полоски и с обратной стороны на шурупы все хорошо закрепили. Теперь можно быть уверенным, что дощечки будут идеально держаться. На тот момент под рукой не было ни шлифовальной машинки, ни наждачной бумаги, поэтому папа решил мне немножко помочь и снять верхний слой некрасивого дерева именно болгаркой. С какой-то насадкой, какой не знаю. Но, короче, по итогу получились небольшие вмятины. Но это не страшно. В дальнейшем я все исправлю. Знаете, пока монтировала видео, мне вспомнился отрывок из мультика. Вам бы следовало, голубчик, уложить черепицу поровнее. И то сойдет! В итоге у меня получилась вот такая деревянная заготовка размером 27 на 34 сантиметра. Ее можно делать как больше, как меньше. И как вы видите, в середине у меня получились неровные края. Мне это даже нравится. По приезду домой, так как я не взяла с собой газовую горелку, я пошла во двор и начала обжигать свое дерево. Будем делать броширование. Честно, не знаю, как это делается правильно, видела всего лишь пару видео, но сама же решила попробовать. Первое, что я делаю, это обжигаю всю свою заготовку именно с лицевой стороны, просто до того момента, пока она не станет черная. И обязательно делайте это подальше от легко воспламеняющихся материалов, потому что это все-таки опасно. Я обычно выхожу на улицу, дома это делать боюсь. Стала полностью черная и начинаем чистить, как я говорю, расчесывать. Шоколадный.
А потрогай, потрогай теперь. Я в строительном магазине купила самую дешевую металлическую щетку. И что мы делаем? Мы по направлению всех волокон начинаем вычесывать. И знаете, проявляется обалденная красивая я фактура знаю. Дерева. Обязательно делайте это по направлению волокон, потому что если вы будете делать наоборот, вы можете поцарапать металлическими зубчиками свою древесину. И вот таким образом я расчесываю всю свою заготовку. С обратной стороны я не обжигала, там я покрашу. Все, поснимаешь эту ерунду, а потом нечего свои любимые фоточки самые красивые удалить не хочется. Придя домой, я занялась именно декорированием своей дощечки. Обратную сторону я крашу самой простой акриловой краской, и я решила все-таки использовать черный цвет. Таким образом, вся задняя сторона станет одного цвета, и будет не видно, что там вообще творится. Хотя оно будет висеть или стоять, все равно не видно, но так будет лучше. Ну а теперь переходим к самому декорированию именно лицевой стороны. Мы решили с дочкой украсить ее ракушками. Знаете, мне кажется, это очень интересная идея. На Pinterest, кстати, можно найти очень много классных идей, где выкладывают морских коников или еще каких-то морских звезд. Поэтому загляните туда и наберите вдохновение. Я решила выложить первую букву нашей фамилии. И тем самым в свою работу мы добавили не только ракушки, но и камушки. Один камень, который моя дочка разрисовывала в Египте, она тоже решила с ним поделиться и сказала, что здесь он будет смотреться очень здорово. Все свои ракушки и камушки я приклеиваю на термоклей. Могу сказать так, что у меня есть веночек, который висит до сих пор на двери, и оттуда не отвалилась ни одна ракушка. Я клеила тоже на термоклей, и как бы меня этот вариант устроил. Возможно, клеят ракушки на какой-то другой клей, который держит более надежно, но у меня и с термоклеем не было проблем. Аккуратно приклеиваю все ракушки и заполняю каждое пустое пространство в своей букве. Свою дощечку сверху можно было, конечно, покрасить каким-нибудь другим цветом, но мне хотелось оставить именно вот этот натуральный цвет дерева. Тем более, что к стилю моей комнаты на данный момент он очень подходит. По окончанию работы можно всю свою работу покрыть каким-нибудь лаком. Во-первых, у вас будет более надежно держаться ракушки, вы еще один раз их закрепите. Ну и заодно покроем и деревом, защитным слоем. Но у меня есть к вам один такой вопрос. Я, когда использую любой лак, мне почему-то не нравится эффект. Во-первых, дерево меняет свой цвет, оно становится более желтое, что ли. Мне это очень не нравится. Сейчас на видео тоже не совсем естественный цвет, тот, который есть на самом деле, потому что все-таки видео искажает. Посоветуйте, пожалуйста, если вы знаете именно лак, который не меняет цвет древесины. Для меня это очень важно, потому что всегда хочется работу видеть в том цвете, который тебя устраивает. Поэтому на данный момент я побоялась лаком покрывать свою работу и оставила ее в таком виде. Но знаете, если покрыть сверху именно красивым глянцевым лаком, ваша работа будет смотреться как будто бы мокрая, и эффект будет очень классный. Поэтому если вы знаете лак, который не меняет цвет дереву, напишите, пожалуйста, в комментарии, я буду вам очень-очень благодарна. У меня получилось вот такое панно, оно небольшого размера, его можно как поставить на полку, так же и повесить на стену. Я пока повесила на своей кровати, еще не знаю, куда дальше ее применю, но мне очень нравится, как оно смотрится. Мне кажется, очень интересная идея использовать на дощечках ракушки, выкладывать совершенно разные картинки, совершенно разные рисунки. Короче, экспериментировать тут можно очень-очень много. Но если вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!